Сейчас у нас 69 Nights, еще и с клипом. Ух ты. Еще и неделю назад. Я просто очень люблю группу The 69 Nights. Это финны, хельсинские вампиры. И, блин, мне очень нравится эта группа. Их альбом Blessed Be, наверное, один из самых прослушиваемых мной альбомов в принципе. Ну, то есть, если составлять, сколько альбомов я целиком послушал за свою жизнь, наверное, Blessed Be будет в топ-30. То есть, это прям частый гость моего плеера. И они что-то новое вдруг выпустили. Вау. Я что-то пропустил в своей жизни. Ладно. А давно в 69 Nights Extreme вокал появился? Я просто из 2000 года. Какой момент Юрки ударился головой и начал петь вот так? Объясняйтесь. То есть это классический 69 Nights, они звучат как в 2000-м. Только вдруг экстрим вокал. Чё? И причем не могу сказать, что плохо звучит. Просто разрыв шаблона. Пошла жара. Yeah.
Ну вот к таким группам, на них очень сложно делать разборы, потому что, во-первых, в сердечке. Просто люблю эту группу. Во-вторых, она настолько сложившаяся. Реально, ну вот, включите альбом 2000 года, 23 года назад вышедшего. Копейка в копейку будет, то же самое. Минус экстрим вокал. Звучит так же, настроение тоже. То есть это группы, которые как бы костенеют в одном состоянии и дальше воспроизводят самих себя просто бесконечно по принципу раковых клеток. Это неплохо, но просто этому можно порадоваться, если ты фанат, и при этом, ну, включать любой трек из любого года, если ты сторонний наблюдатель и слушатель. Вот Scorpions такие, 69 такие, там, Guns N' Roses такими были. Ты включаешь, и как бы вот любой альбом с любого места у тебя будет твоя любимая группа, которая, ну, вот так звучит. Мне просто очень нравится 69, я предвзят. Но у них с точки зрения взросления произошло ничего.